И всем приветики, пузатики, с вами снова Gaming Shock. Мы продолжаем играть в игрушку Tank Online. Да, спустя это долгое время. Я вот недавно узнал то, что было обновление в Tank Online Mobile версии. Да, я это закачал на BlueStacks. Тут вообще интересное управление, очень сильно. Вот это управление не для телефона. Но так как я снимаю с компьютером, я лучше уж так буду играть. Это чё мой килл стырил, а? Так что это самое крутое. Блин, а интересно, что этот крестик делает? Так вот что он делает. Так, все, мы продолжаем. Сейчас я зарегистрируюсь, и мы вернемся. Итак, все, дорогие ребятки, мы зашли. И вот тут вот у нас сразу встречает предложение. Ну, я бы так сказал, оно не такое уж и выгодное, если честно. Да, я вот сейчас вот на таком аккаунте. Тут есть бесплатные контейнеры, что очень круто. Ну, их добавили уже давно. Но можно халявно получать кристаллы. И плюс некоторые боеприпасы. Кстати, за видео это очень круто. Так, фигня. Так, мне интересует магазин. А, вот он. Чё я туплю? Вау, тут все так изменилось. За 300 рублей стартовый пакет. Ребята, стартовый пакет нам в старшем лейтенанте. Круто, спасибо. Реально, респект вам, ребята. О, кстати, вот это очень выгодное предложение. Так, что тут еще есть? Так, давайте покрутим вниз. Ух ты, да тут интересно. Тут... Офигеть, тут добавили 1000 звезд. Ну капец, это сколько стоит? Я в офиге. Сколько это звезд? Да, тут больше ничего не изменилось. Вот совсем ничего. И... Мне кажется, вот как я увидел это в начале, то что они взяли это у Бравл Старс, ну в старых версиях. Вот серьезно, вот прям иконки точь в точь. И даже специальные акции есть, как и там. И все это платно. Кстати, тут можно 100 нитры купить. Вот это да. Не, ну тут, конечно, годное предложение. Серьезно, очень годное. И, кстати, смотрите. А тут вот какая фигня. Тут за 1500 нары 400-290 этих монеточек. А за 25 контейнеров 350 тысяч и 1500 голды 560. Ой, 5600. При этом тут скидка 50%, а тут 75%. Мне кажется, где-то они меня обманывают. Серьезно. Так, ну все, тут больше нету ничего интересного. Так, давайте посмотрим, как тут все выглядит. У меня тут М1. Улучшить можно? А, это значит не прокачано. Так, дроны у меня тоже не прокачаны. Вот тут дофига красок. Прикольненьких таких. Так, давайте посмотрим мой корпус прокачанный. Я что-то не понял. Вот защита. И что у меня тут? А, это вулкан, он М1, потому что. И да, скоро в танке онлайн соберутся внести такую фигню, то что тут будет вот это. Вместо М0, М1, М2, М3, там будет М7. Вот это, М1, М2, М0, М3, М4, М5 и М7. Я не представляю, как это будет выглядеть. Это очень дико.
О, кстати, тут даже гораздо лучше расписано, чем в обычных танках онлайн. Так, в челленджах ничего интересного. Ну и что ж, давайте попробуем сыграть с такой тактикой. Кстати, тут есть крестики-нолики. И я знаю, как просто на изи выигрывать этого бота. Но что-то не получилось. Так, надо ходить всего лишь вот так вот. И все, мы выиграли. Да, что-то игра не началась. Ну ладно, как игра запустится, я вернусь. Итак, ребятки, все, вот, я загрузился. Кстати, если тут развернуть корпус, то ты, если нажмешь вперед, то ты и будешь ехать вперед. Так что будьте осторожны и аккуратненьки. Вот, сейчас я вам это продемонстрирую. Вот, смотрите, вперед. Хопана. А вот назад. Я не меняю клавиши. Вот, смотри. А, блин, тут два... Вот, видите? Ой, меня Гаусс убил. Ладно, пофиг. Кстати, тут гораздо круче сделанная вот эта вся фигня сверху. Какие точки законтролены. Даже лучше, чем в HTML новой пятерки. Ой, капец, тут трудное управление. Так, надо хотя бы попытаться кого-то убить. И, кстати, тут видно то, что мы наводимся. Вот я не помню, снимал ли я про новый... Ой, про... Блин, мне показалось голдик. Про вот этот. Как там? Ой, я даже забыл, про что я хотел сказать. А, про танки онлайн мобайл. Вот я точно не помню. О, блин, я забыл поставить на овердрайв. Ладно, пофиг. Тут, кстати, играть вообще неудобно. О, кто-то включил. О, желтый, кстати, лучше смотрится. Чем... А, фу ты, я же... Блин, я просто привык кое-куда нажимать. А сейчас нажимал не туда. Ой, поставил клавиши. Нет, 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 нет. А, это наш. Фу. Я уж испугался. Блин, чё они все меня пугают? Ждите, пока я развернусь. Я очень медленный. Кстати, вот тут, если ты поворачиваешь, то тут очень медленно ты будешь поворачивать. Кстати, есть кнопочка Delete вот тут вот. Ее очень трудно заметить, так что будьте осторожны. А, чтобы повернуть, надо оставаться на месте. О, убил. Так, все, овердрайв юзнули. Почти доубивали. Зря овердрайв юзнули. Даже так можно сказать. Офигенно убил кого-то. Ауч, меня тоже убили. И мы даже выигрываем. Вот посмотрите на этот счет. 25 против 8. Капец они. У, лунная краска у кого-то. Кто-то очень долго явно не заходил. Потому что ее больше выбить никак нельзя. Вот я хотел ее прикупить, но у меня не хватило денечек. Капец тут. Хоти. Вот вы не поверите. Танки онлайн. У меня с фул графикой. Офигеть. А, победа. Все, круто. У меня с фул графикой на компе выходит где-то от 30 до 40 FPS. Тут у меня 60 FPS. Что за фигня, я не понимаю. Кстати, если тут мы посмотрим, то мы можем увеличить награду. Это очень офигенно.
И даже мы можем просто так получить кристаллы. Вау. Я даже не ожидал от такого. Тут, кстати, есть меню битв. Тут также есть джиггернаут. Вот я не понимаю, как люди с джиггернаутом будут играть. Там. Но ладно. Пофиг. Да, у меня вооружение с прошлого видео вообще не изменилось ни капельки. Кстати, я могу улучшить Рика М2. Ой, Риком 1, да, М2. Хотя мне осталось тут улучшать всего лишь раз, два, три. Три шага. Вот на скидочках я лучше доулучшаю Рик, и все будет найс. Но пока я не буду его улучшать. А стоп. Ой, я страйкер купил. Капец, у меня много М1. Я прям в шоке. И, кстати, вы заметили, то, что тут у корпусов есть овердрайв. Это может означать только одно. То, что к корпусам могут добавить другие овердрайвы. Ну, это тупо мои догадки, так что не берите их в голову, хотя можете взять. Это была бы хорошая идея, если бы овердрайв мог брать... Но смотрите, был бы обычный овердрайв, вот у викинга скорострельность, и все бы могли брать вместо своего овердрайва овердрайв викинга, где он тупо дает... люстру припасов. Ну, как раньше было. Любой танк мог дать люстру припасов. Это было офигенно. Тупо никто не мог вынести. Хоть ты был на мамонте. Ну ладно, что-то я заговорился. Ну что ж, дорогие друзья, с вами был Gaming Shock. Это был Танки Мобайл. Рядом со мной мурлыкает Пушок. Наверное, вы его сейчас слышали, а может и нет. Ну ладно, всем удачи, всем пока. Пока-пока-пока.